Сейчас я хочу представить большого человека, человека большой души и такого же большого таланта. Михаил Захарович Шафутинский. В прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя. Обожаю я тебя, обожаю. Даже если я тебя обижаю. Жить на свете не любя, ни то, ни сё. Обожаю я тебя, вот и всё. Знаю, что не сносен я порой, и бываю трезвым не вполне. Ты глаза усталые закрой и прости за все, иди ко мне. Обожаю я тебя, обожаю. Даже если я тебя раздражаю. Жить на свете не любя, ни то, ни сё. Обожаю я тебя, вот и все. Ты бываешь тоже не права. Думаешь, Бог ведает о чем. Но моя шальная голова над твоим склоняется плечом. Обожаю я тебя, обожаю. Даже если от тебя уезжаю. Жить на свете не любя, ни то, ни сё. Обожаю я тебя, обожаю я тебя, обожаю. Даже если от тебя уезжаю. Жить на свете не любя, ни то, ни сё. Обожаю я тебя, вот и всё. Михаил Захарович Шафутинский. Спасибо, спасибо большое. На самом деле, все ваши аплодисменты сегодня принадлежат не мне и никому иному, как Анатолию Полотно, человеку нами всеми любимому, очень уважаемому, настоящему мужчине, настоящему таланту, народному таланту. Мало того, это человек образованный, умный, тактичный и, самое главное, честный как в жизни, так и в своем искусстве. Я его по-настоящему люблю и очень уважаю. С днем рождения, Толя! Спасибо, Михаил Захарович. Я забыл сказать. Толя, сегодня огромный сюрприз у тебя и у меня, и у всех нас. Потому что мне только что, вот перед тем, как я вышел на сцену, сказали, что сегодня здесь присутствует великий российский поэт, настоящий мастер, человек, которого мы все очень любим, Михаил Исаевич Танич. Он здесь, и мы его всем залом приветствуем, всем народом. Михаил Исаевич Танич. Низкий поклон вам.